Сначала розочку сниму, а потом посмотрю, что там гудит. Ну, какая красавица, а? Еще сколько будет? Так, а теперь посмотрим, что там хозяин делает, а? О, маленькой пилочкой он играется, а? Такую здоровенную палочку телякает, а? Ничего себе! Ничего, получается! Ой! Господи! Получается или нет? Не сломаешь? А? Видал? Детской игрушкой. Пиляет. Палочку маленькую пилякает. Как это делается? А внутрь она не залезет уже. Коротенькая. О, что такое? О, господи, какая трюхля. Ой, вот это малышка. Ничего себе. Ну о. И шо это? О, вот это игрушка. Так игрушка. Пенек. Куда его пенек? Да куда-нибудь сейчас. О, теперь надо палочку прибивать. Будет лавочка. Так вот. Слышишь, играешься маленькой, да? А есть и большая, по-моему, у тебя, да? Не получается. Да, это... Для декора сколько можешь наделать кружочков, да? А, не получается, да? Но вы своего добьетесь. Может, пилочка? Обыкновенная пилочка. Посмотрим. Что, еще чуть-чуть? Еще не пролазит, потому что там сучок. Трюхлявый сучок. А ну пилкой попробуй. Чего она туда не хочет лезть? Может, там гвоздик? Вот именно. А откуда гвоздик? Ты вбивал, что ли? Что там? Трюхля как? Нет, там и наоборот. Вот она плохо берет, потому что там... Че, настоящая? Не трюхлявая, да? Ну, возьмите пилкой. Пожалейте игрушку. Мне еще работать сколько. Thank you.
сел аккумулятор. Ага. Угу. Я тебе сказала. Пожалей игрушку. Хватит уже ее мучить. Она справилась вон с каким большим. А это он возьми обыкновенную. Вот. Да, ну мотор нагрелся, да? Ага. Ну, можно пилять, короче. Можно, да. Это просто ты попал на сучок, наверное. Нет, наверное. Гром гремит на сучок. Да. Ну ладно, все. Аля, так вот. А ну, пилочкой покажите, как вы там можете пилочкой. Нет, не это. Даже вот отшлифовалось. Так вот именно. А что на тут главное? Я не понял, что это. Краска, свет или что на тут близко? Конечно, потому что ты это самое боковушками отшлифовала. Она ж туда не пролазит, в эту щель. А ну-ка возьмите. Все. Возьмите хорошую. И, ага. И отпиляй. Ладно. Показывай дедовским методом. Вот. Это быстрее, да? О, даже дедовский метод не берет. Видать, там хороший сучок. Отпилякай. Вот и все, видишь? О. Ну, что ж теперь. Дедовский метод тоже хорош. Тоже только работает. Силы нужны, да? Тоже только силы нужны. Все. Все? Все. Справился? Справился. Теперь ну, 5 минут отдохнуть. Теперь отдыхаем, ребята. Это уже сегодня третье дело делаю. Да? Ага. Молодец какой, а. Третье дело делаешь, а? Все, давай. Да хоть на завтра оставь. На завтра. Сразу в один день три дела, это много. Сказать, ты хочешь сказать, как вот это кино девчата, да, как она говорит, хватит целоваться, говорит, а то прицелуемся завтра. Нечего будет, да? Нечего целоваться. Так, ладно, ну все, давайте. Пошла я работать, все. А я все одно дело делаю. Ладно. А я все поливаю. Абрикоски эти висят. Где абрикоски? Да висят, что-то висит.